Челябинским бизнесменам предложили сменить амплуа и стать актерами. Представители малого и среднего бизнеса приняли участие в тренинг-спектакле. Методика позволяет максимально реалистично имитировать критические ситуации, которые могут случиться с бизнесменами. Специально для постановки спектакля в Челябинск приехал единственный в России драматург и режиссер обучающих мероприятий Евгений Винников. Спектакль поможет участникам проанализировать бизнес, найти ошибки и определить точки роста. Предприниматель приходит в офис к себе, его ситуация заставляет повести себя не совсем обычным образом. В общем, он устает и засыпает. Он засыпает на своем рабочем месте, ему во сне приходит его бизнес. А бизнесу, поверьте, есть что сказать своему хозяину. Всего в конференции приняли участие более 300 предпринимателей. Они получили возможность обменяться контактами и завести деловые знакомства в формате бизнес-игры.